Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 23 июня. Мы находимся в Шымкенте, в теплице с перцами. Здесь конкретно растет гибрид Springbok от компании Клосс. На сегодняшний день, как видите, очень хорошо растения сформировались. Очень хорошо они нагружены. Мощные плоды. Вот такие вот плоды. Сейчас вес, я думаю, где-то 300-320, может быть, грамм массой. И это нижний ярус, уже средний ярус. То есть отлично растения нагружены. Сверху тоже есть, вот как видите, плоды. Цветение также продолжается. Что хочу сказать про этот гибрид. Он очень популярный среди именно желтых кубических перцев. Наверное, один из самых популярных гибридов. Уже буквально за 3-4 года он очень большой рынок захватил. Поэтому, кто занимается желтыми кубовидными перцами и не пробовал этот гибрид, всем рекомендую. Гибрид устойчивый к неблагоприятным условиям выращивания. Конечно, лучше создавать оптимальные условия, питание, полив, тогда нагрузка на растение, видите, вот потенциал, да, какой? Огромный потенциал, поэтому пробуйте, выращивайте, устойчивый он к болезням, ко многим, но, конечно же, нужно профилактические обработки делать. Вот такие вот очень мощные плоды формируются, поэтому пробуйте, сажайте, получайте хороший урожай. На этом все. Спасибо за внимание.